have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Ладушки. Привет, привет. Итак, я вам говорил, что будет много обнов. Начинаем мы с обновы на Bad Business. Да, тут вышло дополнение 3.26 с новыми скинчиками, новыми пушками. На самом деле все выглядит достаточно многообещающе. Что? Помнишь ту шапку, которая делает вид, как будто ты из другой команды? Да. Она больше так не делает. Блин. Даже не знаю, блин ли это. Блин, это меня... Я про другое. Ты же побежал, там чувак, который меня палил. Блин, мне... Свист. Я его стрелял до этого. Забыл, как играть. Да, я тоже. Но тут на цепи поскользить. Но на самом деле, смотри, мы продуваем прям очень сильно. Против меня чувак стрейфит. Офигеть. Да, стрейфит? Да. Что это такое? Ай-яй-яй-яй-яй! Мечом, ты серьезно, дружище? Блин, с престижем, ладно. Ну, эту карточку, да, мы уже не выиграем. Мы слишком поздно пришли, и наше влияние слишком немногозначно. Ой, я уже забыл, как это. Собирают какие-то трейхарды, у которых 100 часов в игре. А когда ты меня... Что, блин? Я нашел их спаун. Окей, супер. Найти так жизнь. Ты посмотри, что наша команда вообще ничего не может сделать. Так, а где эта граната? Ага. Играть невозможно. Чел с мечом вот этот вот, он реально просто приходит и уничтожает всех. А, меня еще один чувак убил, четвертый престиж. У них жизни нет, что ли, я не понимаю. Как можно столько много играть? Так. Одного я успел ушатать. Ну, какой ценой, офигеть. У тебя скин похож на кусты. Я елка, меня убил куст. Ты что делаешь? У нас чел стоит просто в воздух шмаляет. Просто большой людей. Где вообще люди? Всех людей. Либо они меня убивают, либо я их убиваю. Блин, меня убил чувак с перевернутым лицом. Кстати, прикольный скинчик, если что. Ну, на самом деле, во-первых, что мы заржавели и уже давненько не играли. Во-вторых, ну, реально, у соперника команда очень крутая. Там челы очень выходят, они только тебя видят, и все, тебя сразу нет. Держим. Ну блин, как у автоматического оружия? Ну серьезно, как ты это делаешь? Ну то есть я по нему зажимаю, попадаю два патрона, он по мне попадает два патрона, и я уже сдох. Прикольно. Надо бы, кстати, я уже давненько не инвентировал свое оружие здесь. Посмотрите вообще, с чем я хожу и насколько оно у меня прокачано. Там же вроде какие-то поинты дают, можно что-то покупать. У меня тут не должно быть прокачки в игре. Ну в смысле, не должно быть? Лучше бы тут просто... Там реально чуваки с четвертым, с пятым престижем бегают. Вот, у меня прокачался автомат только что, серьезно. Как это нет прокачки, когда он прокачивается? Нет, это ради скинчика вот этого левелапы. Оп, еще минут. Может... Я убил Люцифера! Возможно, даже лично. Чел, у меня снайперка очень крутая. Да ну, у чела катана у меня ваншотит, что это такое? Невозможно ж играть. Согласен. Так. Оп! Красиво. Греночка. Я вспомнил, как работают грены. Все хорошо. Жалко, у меня их только две. Гренка я что-то зеленое, чтобы меня никто не видел. Чувака гренка я аннигилировал, хорошо было. А это что, пейнтбол какой-то? Почему выстрелы оставляют такие следы? До свидания.
смысле я даже не попал по нему? Вы как это вообще? Наконец-то. Нуби, нифига себе нуби. Прибежал, убил 4 человека. Вот это нуби, да? Я этого скотана перестрелял. Он ко мне в упор, блин, скотина, прыгнул. Молодец. Так, еще раз Люцифер убил. Серьезно, слушай, я, по-моему, неплохую позицию занял. Один понял, где меня искать, но это один, а другие они не вдупляют. Я елка. Поздравляю. До свидания, снупер. Ах, блин, скотина! Люцифер все-таки отомстил за себя. Прибежал, я его 2 раза грохнул. Ну смотри, ну мы почти отжали у них зону. Ты смотри, мы зашли играть, и мы почти отжали у них зону. Ну какого же... Дело, мы даже почти выиграли. Я когда смотрел, у них было 247 или 240 что-то там. У нас было 67. Да блин, они сзади... У нас команда вообще не одупляется. То есть они, да, они хорошо играют, но они заходят с тыла, они заходят с фланга. Наша команда вообще не понимает, что происходит. То есть на моих глазах, ну сейчас только что зашел один человек, просто 4 перебил, нифига не смог сделать. Я по нему попылял, но не успел убить. Вот что это, ППСХ пушка называется. Меня разнесла просто за 1 секунду с огромной скоростью. Вот эта ППшка, она вообще бешеная. Мне вот интересно, сколько она стоит. Она по-любому там где-то 125 тысяч. Или нужно потерять всю жизнь, чтобы открыть ее. Блин, Люцифер, успокойся. Я чуваку воздух и хедшот сделал, ваншотнул его. Красиво. Занимаем. Ребят, чуть-чуть осталось. Они уже почти выиграли. Нет. Держим. Есть, я кого-то убил, Грены, красиво. Молодец, так держать. Так, я думаю, я сейчас пойду и на них нападать, все будет офигенно. Еще ку... Мне не нравится этот человек пуст, у него реально ваншоты даже в тело. Когда у него просто обычная винтовка, у меня, черт побери, снайперка. Смотри, они нас обходят, я вон вижу, как они скачут. То есть... Где же наша команда? Слышь, мы почти победили. Да, держим. А это наш. Фу ты, блин, я тупанул. Нельзя скапливаться, они нас гренами берут. Так, я иду нападать. Мы должны победить. Они отжимают точку! Они отжимают точку, нельзя! Нельзя! Да ну блин, какого фига, они не ваншотаются от Грен. Кого-то Грена цепанула, хорошо. Есть! Нет, мы проиграли. Да ну там же ж оставалось же, вообще 24 поинта. Мы зашли, было 160 на 0. Ах, ты ж. Ай, ёршик, как кусок. Ладно, хорошо, поехали, нормально. Аутфиты менять не буду, я буду так и бегать с елочкой, мне хорошо. Насчет... Нет, я имею в виду, что у тебя же накапливаются деньги, в принципе, у меня тоже. У меня, кстати, 676 кредитов, вообще ни о чем. Что новые пушки можно купить на новые кредиты. Вот о чем я хотел тогда сказать, но забегался. Так, это, кстати, с чемоданчиком будет, kill confirmed, поехали. Ну, а я могу себе... Ключ... Это, у меня скин какой-то... Ну-ка, в принципе, что у меня по скинчикам? Так, вон вот они, этот... вон они, хорошо, иду. Ой, насчет kill confirm-то будет, кстати, сложно, ну ладно. Да, ты... Блин, посмотри, сколько у него жизни осталось. Ну что, я в окно вывалился, и у меня прицел сбился. Ну-ка бы, да, согласен, в договорах можно искать очень долго. Тут для снайперки просто самое-самое. Самое-самое не то. О, вот я видел чувака. Ой, это наш. У меня, черт побери, снайперка, я никого не могу ваншотнуть. У них даже снайперки нету, они меня ваншотают. Так фиг ли ты меня ножом-то за 2-3 тыка, блин? Ну, чтоб тебя... Ай, ладно.
Ладно, ладно. Блин, Люцифер с этой ППшкой, смотри, он просто разносит людей. Он просто идет, тебя убил, следующего убил. Тингер. Я тебя перестрелял. Всего лишь-то каких-то 13 тысяч. Второго перестрелял. Чел, это поэту видно. А сколько тебе хедшотов-то надо, дружище? Пушки должны быть хоть как-то одинаковыми, это очень бесит. Да но мне жизни не было, злой котик. Где баланс? Нет, какой ты хочешь баланс в игре, чел, она бесплатная. Это просто фановый шутер, почему ты ищешь баланс? Зачем ты ищешь свет в бездне? Ой, меня просто ваншотают любым оружием. Надо купить новую снайперку. Нашего отменили, этого собрали! Ну, конечно, этого перестрелял, меня Нуби убил ножом. Идем, чё стоим? Не будь частью проблемы, будь целой проблемой. Все, я его убил. Молодец. Парь. Мне дали килл. Собирай все кейсы наши тоже. Just in case, да? Почему я не вижу пока своих чуваков? Блин! Серьезно, вот этот Люцифер с ППшкой, я понимаю, что, типа, ты сам только что говорил, что нет баланса, как такое, но это просто уже вообще, ну, то есть, у тебя такой лютый дэмэдж должен быть в противовес там какой-нибудь отдаче или... У него даже отдачи нет. Ничего не происходит, вообще ничего не происходит, смотри. В этом дело. Ничего не честно же. А, да, и там, короче, хотят кикнуть Люцифера, тыкай на голосовое. Я занят, я играю. На ай, тыкни. Так ему не надо. Так где ты? Кикнули? Нет, его не кикнули. Кто другой был забанен? Убил стримершу. Так, этим стримером. На самом деле, смотри, по чемоданам мы играем примерно ровно. То, что нас бесит Люцифер, это одно, но команда играет примерно ровно. Забирайте чемодан. Фиг ли ты разлегся? Слушай, а мы их неплохо так пушим. Пуш де темпо. Хорошая. Хорошо, молодец. Удачи тебе с этим. Что-то погоди, а машина... Нет, значит, у него офигенная скорострельность, нету отдачи, и он еще доджится. И ему нифига не делают. Да. Как я должен попадать? Никак. Это может попасть было. Было бы неплохо! Да чтоб тебя. Мальчик в розовой пижаме. Чит, в смысле? Давай кикнем Люцифера. Офигеть. Слышу, что-то Люцифер сразу начал хуже играть. Его постоянно только это убивает. Так, злого котика убили. Мою позицию спалили, блин, собирался уйти, но жадность, жадность не пустила меня. Я такой, ну еще один килл, ну еще один, ну еще один. Ой, я кого-то убил. Интересно, кого. Фига себе, ты так с пулемета-то с воздуха. О, красавчик. Если это реально ты играешь, так красавчик, чувак. Офигеть, офигеть, офигеть. Можешь. У чувака пулемет, он у меня стреляет. Вот это я же тебе говорю, чел. Чел с пулемета в прыжке делает вообще такие киллы. Я такой, чего? Интересно, откуда такой рейндж у пулемета? Не, у пулемета, чел, у пулемета всегда был огромный рейндж, у него же длинный ствол, это же типа как это, только не это. Так, команда, помогите. Оп, два килла, спасибо. Забираем, пошли дальше. Слышу, мы даже больше, чем они, идем. Пока что да, сейчас, ну. А как этот чемодан забрать? Его убили там за стеной.
Так, хочу какую-то движу. Что-то интересное. Слушай, как только мы это начали кикать Люцифера, он сразу начал хуже. Нет, он меня только что убил. Он уже не делает то, что он делал, как будто он вырубил свои читы, знаешь? Ну, не знаю, не знаю. Как карма? Чувак меня хотел с ножа убить, потому что я был на лоу хп, и его убили. Блин, а тут тупик, фига себе. 60-62. Очень-очень в притычок идем, блин. Ох. О, я что-то открыл. Они, короче, нычатся, чтобы их чемоданчики не позабирали, прикинь? Так не круто. Да ну, как я должен залезть на какую-то башню? Я хочу снайперить. Тут же дофига башен всяких, я на них. Да иди ты к черту, чел! О, он с томиганом уже. Это тот же? Погоди, тоже кто с пулеметом был? О, спасибо, Люцифера. Я хочу, по нему постоял, мне за него все сдали. Я хочу, чтобы никто не видел в прицеле снайперском. Я, значит, целюсь и нифига не понимаю, стреляю своих тиммейтов. Вот это я сейчас промазал. Вот это я сейчас реально не попал. У меня плохо с ССИ. Что, я же кинул гранату, нафига она так поздно взорвалась? Скорее. Блин, чертов чемодан исчез. Больше их идем, у нас все круто. Не-не-не-не-не, это прям притычок, погоди, так нельзя. Надо отрыв. Отрыва нету. Так, нубика убили. Хорошо. Так, я думаю, это долгая катка. Чемоданы где-то в жопе. Успел! А почему чемоданы не спавнятся так быстро-то? Я же говорю, чемоданы исчезают очень быстро. Прям... Я только к нему добегаю, его уже нет. Угу, у меня такое уже раза три было. Автоматика в 100 раз сильнее снайперок, так не, это так не должно быть, нельзя. При этом раньше один да не 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 Зато я выгляжу круто. Чемодан! Я забрал чемодан, и меня там убили, ладно, 1-1. Гасите их! Слышь, этот прицел снайперский бесполезен. О-о, слышь, мы победим. У нас все офигенно. Я тебе помогу. Спасибо, вовремя. А! Я по нему попал! Добей его! Так тебе и надо, Фури. О! Слышь, я револьвер офигенно покупал на днях, он офигенный, всех ваншотает. Лучше снайперки. Мы должны это выиграть, елки-палки, слишком... О, спасибо, мы килл за него проспонсировали, оп. Ну блин, как только я убил двух чуваков, кто-то в крысу взял и убил меня. Вон эти два чемодана... Офигеть, он только высунулся из-за стены, и меня уже нет, то есть это... Вот это реакция у чела. Все, мы победили. Ладно. Да, мы победили. Но это была красивая каточка, согласен. Ой. Так, 24 кило, 16 смертей. Слушай, полторашка КД, ровно полторашка КД. Нормально, красиво. Это после того, что мы зашли в первый раз за столько месяцев. Ладно, ребятушки, думаю, на этот апдейт мы посмотрели. Тут можно зайти, глянуть еще скинчики. Тут еще много всякого прикольного появилось. Заходите, очень вам рекомендуем, классное местечко. Пока что на этом у нас все. Мы будем заканчивать. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, всем лучших. Всем покеда.